Дорогие подружки, я так рада, что вы пришли ко мне в гости. Проходите, я подготовилась. Сейчас мы будем пить чай с вкусным зефиром. Девчонки, проходите, присаживайтесь к столу. Ой, как здорово, что ты зефир купила. Я так люблю зефир. Привет, подружка, я тоже очень люблю зефир. Так рада, что ты купила его. Зефир, кстати, очень полезный. Ты знаешь, что зефир – это белок? Да, знаю. Привет, дорогая подружка. Девочки, посмотрите, вот зефир я вам приготовила сегодня, его, чтобы мы с вами сейчас его скушали. Ой, посмотрите, он какой-то покусанный, такой красивый, но его как будто кто-то укусил. Да, действительно, видимо, может быть, вилочкой зацепили его. Странно, я ничего не понимаю, девочки. Он был абсолютно целый. Что с ним произошло? Не понимаю. Может, ты не заметила, как он был покусанный? Нет, правда, я его выбирала тщательно. Как это я не заметила, что он покусанный? Девочки, давайте будем начинать кушать этот вкусный зефир. Да, давайте, он так сладко выглядит. Я сейчас прям 3 кусочка съем. А, хитренькая, 3 кусочка? Тогда нам ничего не достанется. Я тоже хочу зефира 3 кусочка. А можно мне вот этот вот, который не покусанный? Конечно, девочки, берите, которые не покусанные. Ням-ням-ням-ням. Вкусняшечка, классный какой зефир. Я тоже хочу не покусанный, вот этот посерединке. Какая вкуснятина. Ням-ням, вкусняшка. А я, пожалуй, возьму, который с этого краю. Ой, что-то там у меня под столом. Ням-ням-ням, что там может быть под столом у тебя? А! Что это? Ауч! Девочки, по-моему, там что-то очень страшное, она в обморок упала. Пойду посмотрю, что там такое. Подруга, подруга, что с тобой? Что с тобой, подруга? Что она там увидела? О, ужас, пойду и я посмотрю, что надо ее спасать. Только мне нужно руки помыть. Я выпачкалась вся в этот зефир. Так вкусно его ела. Теперь все руки в зефире. Пойду сначала помою руки. А потом подруге помогу. Как я буду грязными руками ее спасать? Она что-то увидела под столом. Пойдем посмотрим. А вдруг там что-то такое страшное, что и мы испугаемся? Но нам же надо знать, что там под столом. Пойдем посмотрим. Ой, что это торчит? Из-под стола, посмотри. Я не знаю, что это такое. Оно шевелится, посмотри. Оно шевелится, только было 2 ноги, а теперь 3. Ой, как страшно. Давай подругу спасать. А оно покусало. Другой зефир. Точно, это оно покусало. Нам нужно ее в чувство привести. И нужно как-то выкинуть этого зверя. Кто это такой? Он шевелится. Девчонки, я помыла свои ручки. Теперь могу привести ее в чувство. Чувство? Сейчас меня нужно будет приводить в чувство. Что случилось? Там зверь какой-то сидит под столом. Зверь? Какие тут могут быть звери? Что вы выдумываете? Я боюсь. Я не боюсь никаких зверей. Пойду посмотрю, вы навыдумывали что-то. Показывай мне, где? Вон там, под столом. Где там под столом? Показывайте. Ой, мамочки, кто это? Ой! Эл, что с тобой? Ты что, тоже в обморок упала? Зверь какой-то у нас под столом. 2 подружки лежат в обмороке без сознания. Я не знаю, что нам делать.
Давай мы возьмем веник и убьем этого зверя. Так он большой такой. Ну, а что нам остается делать? Ну, нам нужно девочек в сознание привести. Их можно водичкой полить или по щечкам похлопать. Давай мы подумаем. Да, давай постоим, подумаем. Как же мы можем убить этого зверя? Может, нам нужно взять какой-то веник или лопатку? И, может быть, нам нужно что-то сделать с этим зверем? Он залез к ней на голову! Мамочки! А вдруг он ее сейчас укусит, и она умрет? Пошел вон! Пошел вон отсюда! Девочки! Вставай! Ой, девчонки, что-то так воняет! Что воняет? Давай мы хотя бы оттащим от этого чудовища! Давай оттащим, давай скорее их оттащим! Смотри, он теперь Наташе на голову сел! Ай, пойди его стащи, ты только что это делала! Я второй раз не смогу! Он такой противный, я даже боюсь до него дотрагиваться. Подруженька, подруженька, уходи отсюда, уходи. Пошел вон, пошел вон, фу, мерзость, ай, какая мерзость. Пошел вон отсюда. Давай его ногами затопчем. Юбку надо повыше поднять, чтоб его ногами затоптать. Фу, какой противный, он ужасный. Хорошо, что я в туфельках. Я его не сильно чувствую. Сейчас я его убью, чтобы он больше не лазил по нашим подружкам. Ой, какой у меня стресс какой. От этого зрелища все попадали в обморок. Одна я в сознании, что же делать? Как же мне их оживить всех? Пошел вон, мерзость. Девочки, ну просыпайтесь, ну дорогие мои, пожалуйста, просыпайтесь. Ой, что произошло? Что случилось? Почему я упала? Что такое? Что произошло? На нас напал паук, паук. Он по всем лазил, он по тебе лазил тоже. А, нет, нет, не падай в обморок, не падай. Иди сядь на стульчик, иди. Мы же хотели покушать зефир. Он съел весь наш зефир. То он покусал зефир. То-то голова кружится немножко. Пойду присяду. Ой-ой-ой. Ой, что было? Что произошло? Вы все попадали в обморок. Одна я была в сознании. Ногами его, ногами. Кого ногами? Да никого, а то опять в обморок упадешь. Иди на стульчик сядь, посиди лучше. Что мне делать? Я даже боюсь им рассказать, а то сейчас они опять попадают. Давайте кушать зефир. Нет, я этот зефир кушать точно не буду. Я по нем только ногами буду топтаться. По зефиру ногами? Да, ты что, ничего не помнишь? Нет, не помню. Я помыла руки. Он такой вкусный зефир. Я его ела. Потом я сюда зашла и больше ничего не помню. Хм. Пойду доем свой зефир. Нет, не ешь зефир, не ешь. Почему не есть? Я свой доем. Не ешь, я тебе говорю. Нельзя его есть. Дай мне посмотреть твою шею. Он тебя случайно не укусил? Кто? Зефир? Да какой зефир? Не зефир. Покажи мне шею. Покрути головой в другую сторону. Все нормально, не укусил. Странная. Пойду посижу, только я не пойму, почему я упала в обморок. Ой-ой-ой-ой-ой, что это такое было? Все хорошо, не падай. Пойдем, я тебя на стульчик посажу. А теперь расскажите мне, откуда он взялся? Кто взялся? Огромный паук здесь был, это он покусал наш зефир. Откуда он взялся? Паук? Меня соседка сверху, она разводит всегда каких-то там пауков, змей, удавов. Может, он оттуда ко мне заполз? Конечно, оттуда. Он огромный, он топтался у тебя по голове. Он тебя хоть не укусил? Покрути головой, я посмотрю.
тут все хорошо, в другую сторону. Все в порядке, он тебя не укусил. А зефир мы есть не будем? Нет, мы будем по нем топтаться ногами. Как ногами? Зачем ногами? Давайте его съедим. Ты понимаешь, что этот зефир ел этот огромный паук? Он сейчас убежал. Это я из-за него упала в обморок? Да, и ты долго лежала в обмороке. Ну хорошо, давайте тогда пойдем топтаться ногами по зефиру. Я тоже надеюсь на то, что никогда этот паук нам больше не приползет. Уходи отсюда, паук! Я сейчас возьму большую-большую палку, и я убью тебя, а то я тебя прогнала, а теперь я тебя точно ногами затопчу и палкой. Уходи! Девчонки, он испугался! Он ушел, он больше к нам не придет. Ой-ой-ой-ой-ой! Он точно больше не вернется. Нет, он не вернется больше никогда. Он все понял, что я его сейчас большой палкой убью. Девчонки, подписывайтесь на наш канал. В следующем видео мы будем топтаться по этому зефиру, который ел этот паук. А сейчас подпишись на канал. Нажми на красную кнопочку, и ты станешь нашим подписчиком.